на канале Куку Нана. Я Куку. А я Нана. И сегодня мы представляем вам хит-парад последних двух недель. Итак, ловите. Фу! Ты что, лука боялся опять? Лук – это тема белорусских, а я-то русский. Понимаешь? Итак, встречайте, на пятом месте Тима Белорусских со своей песней «Незабудка». Яйца с луком, твой любимый пирог, воздушный поцелуй станет самым горьким. Наши братья-белорусы молодцы, не то что американцы, да? Вот скажи мне, Куку, какая рифма приходит к тебе сразу на слово «американцы»? Засранцы! Вот видите, устами младенца гласит истинное. Ох уж мне эти америсранцы! Итак, ловите на четвертом месте Джаро и Санса с песней «Королева танцпола». Ментос, кола! Разорвала корова Ментос, кола, американская бомба. Я уже 6 Ментосов положил в колу. Мохито с песней «Прикинь, в жизни так бывает». В жизни так бывает, что трамвай приходит вновь. Он круг объезжает, он зовется «Кольцевой». Сейчас наша дорогая рубрика. Позорище, скандалище. Вы, наверное, уже заметили, что все интернет-сети сейчас кипят одной новостью. Что же там с Жиганом, где он, что с разводом. Итак, встречайте ответы на все ваши вопросы. Наше второе место... Олег Кинзов! По кайфу! А Джиган все под кайфом, ходит голым, танцует. А Самойлова пишет развод, а разводит ведь только ведь нас. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Владимир Владимирович Путин согласовал план продления карантина в России до 30 апреля с Адольфом Гитлером. Итак, сейчас Россия, как большой Титаник, стремительно движется к огромному экономическому айсбергу. Итак, друзья, встречайте первое место нашего хит-парада «Лолита» на Титанике! У-ху! Нет. Не надо слов, не надо памяти. Это мой последний строк на Титанике. Вот и салют, с ним мною почти. Это мой последний день на Титанике. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ку-ку, на-на! Ну и в конце нашего ролика смотрите небольшой отрывок из клипа «Лид».